И все, привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Такое вот у нас нестандартное начало видеоролика с половины, даже можно бы сказать, почти с конца каточки. Есть, конечно, на это свои нюансы, но сегодня не об этом. Как вы знаете, совсем скоро в игре у нас будут майские праздники. Это значит, что уже сейчас, на данный период времени, мне хотелось бы записать видеоролик и рассказать вообще, что я думаю. И что я считаю вообще, по моему мнению, будет на данный интересный праздник у нас в игре. Какие будут скидки, какие будут там, может быть, голды повышены. Миссии, супермиссии, нагибаторские, скидочки и все прочее. Сегодня мы об этом всем поговорим вместе с вами. Ну и вы также в комментариях под данный видеоролик можете написать свою точку зрения. Что вы думаете, что будет вообще на данный интересный праздник. Как вы знаете, сейчас у нас в мире вообще обстоит немножечко тяжелая ситуация. И поэтому я думаю, что разработчики должны сделать на данный период времени очень сильный акцент и сделать максимально четкий и грамотный праздник, посвященный майским праздникам. Как вы знаете, в предыдущие года, если я не ошибаюсь, то 2015-2016, у нас в игре, помимо всяких скидок, фондов и прочих интересных штук в нашей игре, были повышенные номиналы золотых ящиков. То есть, если я не ошибаюсь, в 2015 голды были по 3000, в 2016 голды были от 3 до 9 тысяч, и это, само собой, привлекало намного большую аудиторию, и даже те ребята, которые, по сути, не играли в нашу игру на протяжении какого-то определенного времени, как это, например, бывает на 1 апреля, когда ребята заходят просто половить голды, и тем самым поднимают онлайн игре, заинтересованы в этих праздниках, и все это смотрится довольно-таки неплохо. Поэтому я на данные майские праздники надеюсь на то, что разработчики задумываются о том, что я прямо сейчас сказал, о повышенном номинале голдов, потому что давным-давно уже такого у нас в игре не было, и все же обратят внимание на то, что на майских праздниках раньше они это делали, и я надеюсь, что сделают повышенный номинал голдов. Это, конечно, мне лично сугубо очень сильно хочется, но если смотреть объективно, то скорее всего вместо повышенного номинала золотых ящиков будут повышенный шанс выпадения золотых голдов, и они все же будут не какие-то там по 3000, например, там по 5000, а они будут по обычному косарю, но просто с повышенным шансом их выпадения в матчмейкинговых обычных боях. Ну и также, возможно, таки сделают какую-то определенную карту. Я бы, например, как и в прошлый раз, говорил, что хотел бы, например, увидеть какую-нибудь платошечку. Для меня эта карта какая-то, ну, такая более особенная, более нагибаторская. И ее связать с майскими праздниками, сделать в виде ДМки, может быть, еще немножечко там расширить, придумать, было бы, наверное, таки очень даже круто. Дальше, если мы перейдем, друзья, конечно же, к фондам. Фонды, конечно, будут двойные, здесь как бы, ну, говорить не о чем. Дефолтные двойные фонды на протяжении недели, может даже двух недель, у нас в игре будут. Также у нас совсем скоро уже будет заканчиваться изоляция 2.0. Соответственно, я надеюсь на то, что изоляция появится 3.0. И там уже будут более грамотные, более интересные миссии, потому что если я сейчас начну говорить про изоляцию 2.0, вы знаете мою точку зрения, вы знаете, что я думаю по этому поводу, и вы знаете, как я к этому отношусь, абсолютно практически негативно, за исключением одного задания, которое было связано с подрывником, потому что у меня данного дрона не было. Если бы он был бы, я думаю, что я бы и там бы все это дело, конечно же, захотел, сказал, что это все является полной ерундой, ну ладно. Окей, одно задание все же имеется. Ну и я надеюсь на то, что изоляцию сделают 3.0 более грамотную, более интересную. И на майских этих праздниках мне можно будет еще и их выполнить. Плюс интересный какой-нибудь челлендж, может быть, добавят какой-нибудь дополнительный приз. Ну, конечно, надеяться на то, что будет что-то вместо скин-контейнера, как-то глупо. Скорее всего, как всегда, все дефолтно. Но, может быть, что-то исключительно посвященное майским праздникам разработчики у нас подготовят. И я, конечно же, безусловно, на это надеюсь.
Дальше, друзья, что касаемо скидок, всех волнует это, все думают о том, что может быть будут большие проценты скидок, но я вас уверяю, что 50% скидок, как я думаю, на, ну вот на 95% я уверен, что их не будет. Их не будет. Да, маленький шанс есть, но все же объективно, если рассуждать, объективно смотреть на всю эту ситуацию, то мы все понимаем, что уже совсем скоро будет день рождения танков, там уже и будут большие проценты скидок, но надеяться на майские праздники, то что будет 50% скидки, большие скидки не только на гараж, но и на МПК, я бы вам не советовал, да. Я думаю, там 25, может быть 30%, как в прошлом году, сделают скидочки, плюс 25-50 на МПК, да, то есть на шаг и на ускорение, либо там 30 на шаг, 50 на ускорение. Это реально, да, это реально, но не более того, и поэтому, если у вас, например, имеется нужда или возможность, да, прокачивать вооружение, то я бы вам посоветовал бы просто по одному шажочку на скидочках поставить, сэкономить, ну и немножко прокачать, можно даже все там вооружение, которое у вас имеется, там резисты, пушки, корпуса, все, что вам нужно для матчмейкинга, по одному шажочку поставили, сэкономили, ну и продолжили также без ускорений прокачивать в дальнейшем свой гараж, соответственно, экономия. Ну, в общем и целом, кто смотрит давно, тот знает, я уже миллионы тысяч раз рассказывал, как все это дело делается, как можно экономить и как при этом можно нормально прокачивать свое вооружение. Дальше, что касаемо там всяких спецпредложений, скидок на магазин, понятное дело, что все это дело будет. Конечно же, меня это, ну никак не интересует, да. То есть, я могу там сказать, что какие-то скидки будут, да, они будут, но это не моя тема, которая меня может там интересовать. Плюс, скорее всего, у нас появятся коинбоксики, появятся у нас новые ультраконтейнеры, которые у нас будут тоже, я так понимаю, только на каких-то праздниках. Они не будут на постоянной основе у нас появляться. Сейчас вышли у нас в игре новые устройства на Hunter. Возможно, до майских праздников появится еще какой-нибудь корпус с новыми устройствами. Можно будет также постараться их выбить. Ну и те самые супер миссии, которые будут посвящены изоляции 2.0, которые будут посвящены майским праздникам, раз уж их начали на данный период времени делать довольно-таки часто, я думаю, что и определенные, посвященные данному празднику ивенту, миссии будут, и в них призы будут ультраконтейнеры, потому что до сих пор я открыл 12 контейнеров, да, которые у нас были первые ультра, да, я их открыл, знаете, что я получил? Правильно, я ничего не получил нормального, да, то есть если там ребята есть, которые повыбивали устройство себе, повыбивали еще что-то интересное, я в свою очередь не выбил ровным счетом ничего. Скажете, я не везунчик? Да, возможно, я не то что не везунчик, я победитель по жизни. У меня как бы, ну, это дефолтная ситуация, то что всем падает, а мне не падает. Но, может быть, у вас в этом плане хотя бы что-то хорошее есть, да, вы что-то себе получили. Но я пока что на основе себе никакого устройства не получил. Но одно интересное устройство, безусловно, я уже хочу и надеюсь, что на майских праздниках, когда я открою свои уже дополнительные, набью и открою ультраконтейнеры, там уже что-нибудь мне выпадет, может и даже какой-нибудь видеоролик определенный к этому празднику мы сделаем. Поэтому, друзья, как-то так, вроде про все я рассказал, скидки, голды, фонды, что у нас там может быть еще, всякие спецпаки, это я уже сказал, все будет. Поэтому оставляйте под данным видеороликом свои комментарии, свою точку зрения, что вы вообще думаете будет у нас на данный интересный праздник в игре. Ну а я, в свою очередь, безусловно, буду читать ваши комментарии. Если у вас там, например, какие-то еще вопросы будут ко мне, я буду на них отвечать. И, возможно, вы скажете что-нибудь еще интересное, о чем я сегодня в данном видеоролике вам не рассказал. Поэтому не забывайте подписываться, друзья, на канал. Не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, если он вам понравился. Также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать ни видеоролики, ни стримы, которые у нас проходят в районе 10 вечера по московскому времени. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.